Всем привет! Angry Birds — это игра, которая нам подарила детство. Однако, как и любая игра, должна иметь демонстрационную версию, и Angry Birds не стала исключением. Сегодня я расскажу про эти демо-версии и чем отличаются от полной версии. С вами McQueen Prod, и давайте начнем, погнали! Angry Birds Free бесплатная версия, которая выходила только на iOS. Были два версии, обычные для iPhone и HD-версии для iPad. Выходили эти версии до обновления 1.5. 5 в разных версиях были по 3 уровня из разных эпизодов. После прохождения всех эпизодов будет показан геймплейный трейлер игры, а потом с просьбой купите полную версию игры. Ах, да, были еще и Light и Light Beta версии, которые отличались тем, что там было 15 уровней. Angry Birds Seasons Free — это бесплатная версия, которая все так же доступна только для iOS-устройства. Так же, как и в Angry Birds Free, есть два версии — обычная и HD-версия. Здесь все так же 3 уровня из разных эпизодов, в конце, как всегда, геймплейный трейлер игры. Light-версии Seasons не существует, поэтому есть только Free-версия. It's a nice little trailer for the full version. It includes so many things, the poster, but it only includes things from the Trick or Treat of Seasons Greetings. I like how it ends with two pals. TNT pals. Love this poster. Angry Birds Real Free — это бесплатная версия, которая все так же доступна только для iOS-устройств. Так же, как и в Angry Birds Free и Angry Birds Seasons Free, есть две версии — обычная и HD-версия. Однако, по какой-то причине у этой версии геймплейного трейлера нет, это странно. Видимо, решили не спойлерить. Однако, как позже выяснилось, геймплейный трейлер игры есть, но в более поздней версии выглядит он вот так. У фри-версии игры Angry Birds Rio была и бонусная версия, где есть эпизод «Карнавал», именной в этой версии есть этот эпизод. Angry Birds Space Free — это первая фри-версия, где уже там нет 3 уровня из разных эпизодов, а всего их уже 10, это в первой версии фри-версии, а позже их уже стало 15 уровней, и это эпизод Big Bang. А дальше игра требует купить полную версию. А кстати, если нажать на Get Full Version, то нас будут отправлять на официальный сайт игры, и так со всеми фри-версиями. Angry Birds Star Wars Free — это бесплатная версия, где включает из себя 3 эпизода по 6 уровней, а именно Татуин, Death Star и Hutt. После прохождения всех уровней будет показано купить полную версию, и снова как и с Angry Birds Rio Free, там также нет геймплейного трейлера, видимо, опять решили не спойлерить. А также это последняя бесплатная версия по Angry Birds. Да, есть еще и Angry Birds Star Wars 2 Free, но это просто полная версия, но с рекламой и все, а в целом все такая же полная версия. На этом все. Конечно, я не рассказал, как выглядят сами уровни и так далее, но я рассказал основное, что есть в этих фри-версиях. Также, если вы хотите посмотреть на эти фри-версии, то ссылку на обоих ребят оставлю в описании, они рассказывают про эти самые фри-версии и многое другое. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. С вами был McQueen Prod, всем пока!